14.30. Всем привет! На связи Славян Трейдериан, как обычно, про блокчейн Media Life. Сегодня посмотрим, что у нас там творится на рынках, проверим нашу статистику, что там у нас по торговле. Напоминаю, что если вы не подписаны на этот канал, то обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о разных видосах и всяком-всяком интересном. Это как минимум полезно. Есть еще у нас телеграм-каналчик на водите, либо просто ищите собачка про нижнее подчеркивание блокчейн. И пользуйтесь, пожалуйста, нашим сайтом новостным. Там много всего интересного для вас есть. Есть еще основной канал, кроме этого. Также у нас на сайте есть отдельный раздел с Академией. Постоянно об этом повторяем. Вот такая красивая. Здесь выделили в спецпредложение для тех, кто действительно умеет читать свои деньги. Да? То есть более выгодно брать подписку. 69 900 просто подписка. И если вы совсем богатый, крутой чувак, 99 900 сюда входит еще вот этот вот DeFi XXX Hunters канал. Мы периодически постим, да, какие-то успешные штуки, что там всего проходит. Много-много интересного. Ребята общаются, много всякого классного скидывают. То есть это такое крипто-комьюнити. Из свежих вебинаров, которые у нас состоятся уже на этой неделе. Это у нас Кусама, Палькадот, да, Кусама и Дот, вся правда о парачейнах, краудлонах. Стратегия, как сейчас правильно, значит, проинвестировать свои Кусамы, как получить максимальное количество токенов новых проектов, которые станут как бы парачейнами. И подготовиться потом к той же истории, которая будет на Дот. Сегодня вечером, наверное, цена уже изменится. Пока цена 12 990. Если успеваете, забирайте, это супер дешево. Там будет очень много крутой практической информации. Завтра уже цена, скорее всего, поднимется и будет в районе там 16-17 тысяч, как обычно. Поэтому сэкономьте деньги, почему бы и нет. То есть это для ранних пташек, для быстрых товарищей. Мы же с вами переключаемся на терминал. Как обычно, это у нас будет currency. Значит, давайте посмотрим, что у нас там происходит. Значит, мы получили вот реферальный бонус 11 центов. И вот внизу еще какой-то крутой реферальный, смотрите, целых $218. Значит, торги какие у нас прошли. Вот мы там, значит, лонговали, по-моему, или шортили биткоин. $360 мы получили. И тут какие-то еще копеечки. И вот еще раз, да, что-то, еще $40. Ну, в общем, как бы мы немножко там отбились. То есть у нас до этого, помните, были потери. А тут мы немножко реабилитировались на прошлой неделе. Плюс еще и рефералки нам прилетело. То есть у меня на балансе $4800 сейчас. То есть будет чем поторговать, да. Что ж, это хорошо. Значит, давайте пока вот так откроем биткоин. Что-то у меня графики не подгружаются, приходится, наверное, VPN-ами будет пользоваться. Ну-ка, давайте проверим, если я перезагружу сейчас немножечко. Вот, все у меня загрузилось. Смотрите, у меня здесь 4-часовик открыт, это биткоин. Прям такая у нас тут волна, борьба, да, получается, между ценой там в 31-32 и между ценой диапазон 40, да. Вот в этом диапазоне прям у нас борьба. Получается, мы сейчас, видите, улетели наверх, прям... Тут нарисовалась у нас сложная история, как будто мы собираемся вниз, и потом пам-пам-пам-пам-пам, мы улетели наверх. Но сорокет мы не пробили, и получается сейчас теоретически тут расклад такой, да, либо мы как бы отсюда начнем падать вниз, и по этому поводу мы посмотрим, что говорят аналитики, либо все же мы будем закрепляться на 40 и как бы пытаться пробивать. Поэтому тут краткосрочно, да, вот сегодня можно смотреть, если переключиться, давайте, на 1 час. Вот у нас последний час, прям видите, мы улетали вниз. И как бы вот как вот это все будет закрываться, очень интересно. Пойдемте смотреть, что нам пишут ребята-аналитики. Значит, Bitcoin USD аналитика от наших друзей Yosu Fund. Значит, какой у них вижен? От уровня 35800 отрисован ложный пробой и сформировано импульсное движение, что говорит о продолжении развития лонг-тренда. Настроение инвесторов относительно перспективы рынка остается негативным. Это является дополнительным сигналом будущего роста котировок. В целом ситуация для биткоина выглядит позитивно. Мы ожидаем планомерное обновление локальных пиков с целями преодоления и исторических максимумов цены. Ну, в общем, хз, посмотрим, как тут. Есть и другое мнение. Давайте посмотрим. Вот это другое мнение. Такое... Вот у нас есть по G7, по S&P 500, то есть общий такой, да. То есть человек ждет, что скорее всего от текущих позиций, да, мы вот сейчас начнем падать вниз. И вот у нас как бы корректировка по S&P 500 будет, скоро Америка у нас откроется. Так, получается, что, во-первых, вводится налог для корпораций 15%, да. Про Китай тоже там не все хорошо, война остается, значит, S&P будет корректироваться, биток, скорее всего, что тоже может отправиться на коррекцию. Поэтому, если будем корректировать,
держит, то куда? На 33500, 34500. И вот наша задача с вами, как бы, да, между этими двумя идеями, а выбрать, где же, какую позицию мы займем. Но из того, что мы видим сейчас, да, есть вероятность, что можем полететь как бы ниже. И если мы с вами будем шортить, то либо шортить надо прямо отсюда, либо взять 39300, допустим, 39350, ну, как бы, середина свечей, да, и пытаться, ну, как бы, на отскате сюда войти в шорт. Либо не сильно побриться, если все-таки мы будем пытаться прошивать с ракет. Но у нас, опять же, Америка еще спит, и как там они будут отрабатывать вот эти все новости, всю эту движуху, либо отсюда начнут лить, вот, как бы, либо отсюда, наоборот, как бы, пойдем наверх. Вот очень тяжелая ситуация. Поэтому что делать, как быть? Давайте посмотрим еще идеи, кто еще что нам пишет. BTC USDT trap длинная, так, 4 часа, но это уже так, опять же, длинная. Так, держите, короткая, вот тут вот 2 часа назад человек нарисовал, так, будьте осторожней, так, не запривайте, как хуйню пишут какую-то, ничего не поймешь. Значит, тоже короткая, это вот 2 часа назад, криптозима. Влажные мечты стали реальностью. Спасибо биткоину за лонг. Короче, ну, пополам. Ну, реально, примерно плюс-минус пополам. Вот. Тяжелая штука. Ну, давайте пытаться тогда шортить с отскоком, да. То есть мы будем продавать 10% от депо, когда цена составит 39300. Вот так. 10-й леверидж. Стоп, какой нам предложит. Вот, на 40.87. И тейк. Вообще отлетаем по тейку. Вот сюда. Вот так. А там руками будем посмотреть. Все, лимитку размещаем. То есть не открываемся с рынка, а немножечко как бы лимиточку вот такую сделаем. Посмотрим, что из этого выйдет. Давайте теперь глянем, что у нас по эфиру и по доту. Какие там еще у нас есть монетки. Так, смотрите, дот. Вот тут человек интересные вещи написал. Значит, дот по 10 не желаете? Вот. Ну, многие, наверное, желают. Есть вероятность при снижении и завершении фигуры гиб с последующей отработкой в область 10. Думаю, даже при возможном росте биткоина, не говоря уже, если биткоин будет падать, ребята, но у нас параллельно, кто следит за дотом, да, а мы следим за дотом, за Кусамой, там интересные разные вещи происходят, и Кусама связан с дотом, и там все вроде бы пока красиво. То есть, если специально, конкретно, да, там манипуляторы не хотят прям затариться дотом очень низко, то вот это вряд ли отыграет, и скорее всего вот здесь повторится история как с биткоином, то есть мы будем отсюда выходить наверх, опять это мое мнение, вот, не так, как здесь нарисовано. Давайте посмотрим, что там у нас по доту есть у нас, здесь он дот. Так, надо в поиске набрать дот. А только дота тут нету, да, получается? Нету, ребята. Так, Polkadot. Так, Polkadot. Нету такого у нас. Очень жаль. Ну, в общем, по Polkadot, как бы, мое мнение я вам сказал. Давайте посмотрим, что по эфиру. Так, по эфиру. Где-то тут нам рисовал тоже какую-то жопу по эфиру, что все будет плохо. Так. Вот. И ETH, криптозима, 2 часа назад. Это у нас один день, эфир к доллару. И вот может быть вот такой вот сценарий, то есть ухода куда-то на типа 1000, в район 1000, и уже отсюда потом отстрел. Так. Волновой привет. Продолжаем обсуждать крипторынок и на очереди эфириум. Похоже, что здесь структурный прогноз от 10 января отработан полностью. Смотрите идею. Так, то есть, что у нас будет вот такая коррекция. Словом, пока что торговать эфира не стоит. Значит, время для покупок еще не настало. Ну, хз, ребят. То есть, кто в дневку сторгует, то и вы можете как бы торговать, мне кажется. А вот так вот полагаться на то, что сидеть нам ждать с вами месяц и не торговать, ну, такое себе. В общем, эфир пока трогать, наверное, не будем. Давайте мы тут взглянем на эфир.
Вот, у него такой же, видите, кэп, и сейчас он повторяет прям картину с битком. То есть можно попытаться в противоположную сторону открыть, но я вообще его трогать не буду на сегодня. Нам с вами будет достаточно биткоина, у меня и так зарезервировано 1300 баксов. Посмотрим, что из этого всего получится завтра. Поэтому, чтобы не пропустить завтра в 14:30 разбор полетов, что у нас получилось, подписывайтесь на этот канал, нажимайте его. Кнопочку подписаться, нажимайте колокольчик, чтобы вам прилетело уведомление. И завтра посмотрим, там Илон Маск манипулирует ценой, не Илон Маск. Вот, они эту новость отработали. Возможно, действительно, это все у нас зависит от Илона Маска. Потому что, ну, как бы, твитить он начал, да, снова. И, возможно, он немножечко нам подливает масло в огонь. В общем, вот такие дела. В конце еще показываю вам дисклеймер. Вот такой вот. Не забывайте всегда думать своей головой. То, что я здесь говорю, рисую, это чисто мое мнение. Я, как говорится, трачу свои деньги, да. Не опирайтесь на это, как на инвестиционные советы и идеи ни в коем случае. Все, всем хорошего настроения, хорошего дня. Увидимся с вами завтра на прямом эфире и на других наших видосиках. Пока.